Следующий вопрос связан с поддержанием родственных связей. Говорит спрашивающий: я нахожусь в другом городе за 1000 километров от места, в котором живут мои родственники. Я приезжаю в свой город 1-2 раза в год. И только тогда я вижусь с родственниками. Вот. И не будет ли это являться, что я пренебрегаю родственными связями и не поддерживаю их? Прежде всего, мы должны понять, что поддержание родственных связей относится к тому, что нам Аллах вменил в обязанность. Всевышний Аллах сказал: «Может быть, если вы откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи». Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры. В Сахихе сообщается, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Разрывающий родственные связи не войдет в рай». Разрывающий родственные связи совершает один из больших грехов. Это тот, кто никогда не поддерживает свои родственные связи и разрывает их. Он покидает своих родственников, оставляет их, враждует с ними и ненавидит их. Такой человек является разрывающим родственные связи. Родственники — это все те, с кем тебя связывает родство. Самое великое родство относится к родителям, к матери и отцу. Они имеют больше всего прав на то, чтобы мусульманин поддерживал с ними родственные и близкие отношения, чем все остальные люди. После этого идут братья и сестры, и чем ближе родством к тебе человек, тем более велико его право на родственные отношения. Самое великое право на родственные отношения имеют родители. Сперва идет мать, а затем отец, а после этого идут братья и сестры. Если ты живешь в городе, который находится далеко от твоих родителей, или твоих братьев, или сестер, или дядей, или тети и так далее, но ты не покинул их и не разорвал с ними родственные отношения, однако на отдаление от них тебя толкнула только эта работа и поиску дела, то мы скажем, что ты можешь поддерживать с ними родственные отношения, звоня им по телефону и разговаривая с ними. Таким образом, ты можешь приветствовать их и справляться об их делах. Также и способов поддержания родственных связей, поддержка их деньгами и отправка им подарков. Все это также относится к поддержанию родственных отношений. Если ты не имеешь возможности поддерживать с ними отношения физически, навещая их, то поддержи их своим имуществом. А если не можешь ни телом, ни имуществом, то поддержи отношения с ними при помощи своего языка, спрашивая о них, об их положении. А когда ты вернешься в свой город, то поддержи родственные связи с каждым родственником, живущим в этом городе. То, что ты работаешь и ищешь свой удел, дает тебе оправдание за твое отдаление от твоих родных. Поэтому ты не входишь в число тех, кто разрывает родственные связи, так как ты не разрываешь с ними отношения специально, но ты только затягиваешь их посещение по причине поиска удела. Поэтому мы говорим тебе, что ты можешь поддерживать с ними отношения, связываясь с ними по телефону или интернету, молясь за них и поступая с ними благочестиво. Ведь они хотят от тебя только этого. Хорошее слово, обращенное к ним, или поддержание с ними связи — это то, от чего тебя хотят твои родственники. А если после этого ты еще и придешь к ним и посетишь их, то ты из числа тех, кто поддерживает родственные связи с дозволения Всевышнего Аллаха. А разрывающий родственные связи — это тот, кто не посещает их, не связывается с ними, покидает их, разрывает с ними отношения и не делает им благого. Более того, он не приветствует их, когда встречает, и не пожимает им руки. Такой и является разорвавшим отношения и покинувшим своих родственников. Это и есть тот, кто разрывает родственные отношения, о которых Всевышний Аллах сказал: «Может быть, если вы откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи». Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры. Аллах описал их тем, что Он проклял их, лишил слуха и ослепил их взоры. «Может быть, если вы откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи». Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Разрывающий родственные связи не войдет в рай». Также Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал человеку, который спросил его: «Укажи мне на такое дело, посредством которого я смогу войти в рай, ты должен поклоняться Аллаху, не придавая ему что-либо в сотоварищи, выстаивать молитву, поститься в месяц Рамадан и поддерживать родственные связи». Он сделал поддержание родственных связей одной из причин вхождения в рай. Когда Аллах создал родственную связь, она встала и сказала: «Это место прибегающего к тебе от разрывания». Тогда Аллах сказал ей: «Будешь ли ты довольна тем, если я буду поддерживать связь с тем, кто будет поддерживать тебя, и разорву связь с тем, кто разорвет тебя?» На это она сказала: «Конечно, Господи, я буду довольна этим». Поэтому тот, кто разрывает родственные связи, с ним порывает Всевышний Аллах, а тот, кто поддерживает их, его поддерживает Аллах, свят он и велик. Один из плодов поддержания родственных связей — то, что будут прощены сделанные им упущения, а одним из наказаний за порывание родственных отношений — то, что нет такого греха, за который совершающий его заслуживал бы скорейшего наказания, кроме распутства и порывания родственных отношений. Поэтому очень остерегайтесь того, чтобы разрывать родственные связи.